Всем здорова, дорогие друзья, с вами, как всегда, Юрыч, ребятки, и сегодня здесь со мной Донни и Димка Федоров, и это битва воров против копов в GTA 5 онлайн. Кусяндр! Короче, ребята, я сегодня в роли воришки, вот этот билборд напротив, мне прям вообще не нравится, там как раз воришку, походу, копы поймали, и такая у него усы и ухмылка страшная, ну, прям ужас. Нежелательно, там, потому что MeTV что-то потерику показывает. Короче, ребята, правила, вкратце, быстро. У нас есть 3 парковки, на каждой из них находится по 3 тачки. Моя задача в течение 15 минут угнать 2-3 машины. Сделать это нужно так, чтобы копы не знали, где мое место, где моя мнычка, ну и, в общем-то, чтобы с поличным меня не поймали. Давайте попробуем, посмотрим, что из этого всего получится. Погнали готовиться. Итак, ребята, сегодня будет довольно-таки интересная серия. Я опять-таки решил потроллить копов, но при этом мы сегодня будем использовать небольшую запрещеночку. А не знаю, как они на это отреагируют, но что я хочу сделать. Мы, ребята, сейчас с вами возьмем вот такой вот Бэтмобиль. В общем-то, попробуем машину прицепить к нему, то есть через атач. А если это получится, будет интересно. Ну и постараемся проехать как-то, ну не знаю, чисто за счет брони удрать от копов. Плюс у нас еще есть вот такая вот стрелешка-ускоряшка, которая, может быть, получится как-то отбиваться от копов. А тем не менее, окей, давайте попробуем, будет смешно. Не забывайте, ребята, ставить лайки, давайте наберем как минимум 5000. Не забывайте также подписываться, рассказывайте про канал друзьям. Если вам нравятся такие шоу, то надеюсь, что вам, в принципе, это зайдет. Поэтому давайте начинать, приятного просмотра. Итак, ребята, начинаем! Не знаю, что там делают копы и вообще где вы. Давайте, засранцы, вылазите, лучше показывайтесь. Почему? Сам ты засранец, слышь? Все, короче, Валера, где ты? Валера. Не надо, Валера! Я тебе все прощу, но пока не это. Так, ну... Стало твое время. На самом деле, я не знаю, что у меня получится или не получится с этого всего. План мой коварен и гениален одновременно. Саня, ты в порядке? Ой. Ты скажи. Нифига, ты что там умер? Саня. Да, он резко путился. Такой... Это было максимально интересно. Только не спит, парсел. Да, потому что возле его дома кто-то стреляет. Знает, барсок, что... Понимаю. Мимо пустых дорог. Снова седая ночь. И только ей доверяю я. Но это не точно. Но это не точно. Та-ра-та-ра-та-ра. Что там за выстрелы? Не знаю. Я знаю, кто. Кто? Спрашивать. Ну кто он может их пусть стрелять? Но явно не ты, да? Тачки нету. Угнал? Да, Мерседес. А куда? А куда? Ты нормальный? Ты, блин, нормальный. А нихера себе, что? Нихера ты выехал! Ребята, тамик в комментариях! Кому бедный его не Донни, поймаем, получается? Помянем, Донни. Не знаю. Мы что, его не поймаем? Но я медленный. Не, подожди, можно... Ты медленный на Бэтмобиле. А, серьезно? Ну так неинтересно. Да, так неинтересно, я немножко сдам оборотов. Я хочу посмотреть, что получится с этой хрени. Потому что, как бы, тема-то интересна. А, здорово. Чё ты там? Чё ты делал? Не-не-не-не, базука. А что делает-то с тобой? Базука, ребята, у него. Так. Так. Опять пинганул, опять исчез. Понимаю. Да, видите, вот. Понимаю. Но я здесь. Не, ну ты тоже пинговал очень жестко, кстати, на самом деле. Чё-то с серваком не то в последнее время. Хэштег живи. Подорожники, ребят, у кого есть, давайте приложим немножко. Взрываю. Да? Только он жив остался, нет? А, нет. Я типа остановился, вы меня прозорвали, да? Ну, наверное. Я накидал мин-липучек, на всякий случай 5 штук и сразу пахнул. А, ну то, что 5 штук, поэтому взорвалось. Если была бы одна, я думаю, Бэтмобиль бы выдержал. Ну, короче, окей, это, ребята, чтобы вы понимали, что произошло. Это из-за пинги машина где-то останавливается, и если в нее стрелять, она может взорваться. Ну, на самом деле, я реально думал, что Бэтмобиль выдержит хотя бы 3 попадания, а тут сразу 5 липучек, ну такое, камон. Эх, но план был хорош. Так, ребята, окей, план мой не удался, но это было максимально интересно. Если бы не пинга, мне кажется, бы ребята вряд ли что-то бы не сделали. Но, камон, зато красиво, напишите в комментариях, что думаете, мне кажется. Такого прям никто не ожидал. Может быть, может. Может быть, да. Может не быть. А может было и не некрасиво. Быть. Было некрасиво, это 5 липучек вешает меня, пока я стою. Беспомощный. Там 3 было. По факту там реально было 3, как бы. Ну, кстати, ради интереса, в конце серии, ребята, предлагаю поставить Бэтмобиль, на него по одной липучке повзрывать и посмотреть, как он себя поведет. Вообще, может, он реально после одной липучки просто взрывается, кто его знает. Так. Может быть. А где вы? Копы. Копы, где вы?
Где вы, копы? Выходи, да копы! Ебаш! Опять? Уже третья серия подряд, короче, Вадик стонет, этим криком так, как будто вы яйца прищемили. Так. Ты смотришь, ты знаешь, как это обычно звучит. Ну, примерно так и пищишь обычно, как бы приятного да, мало. Да, конечно, да. Приятного реально мало. Оправдывайся, оправдывайся. Приятного мало, приятного много, много мало, мало много. Мало половин? Много половин. Много половин? А, мало половин. Понятно, кто подписчик Бузовой. Бузова Арбузова, не надо больше ее повторять, возможно, из-за нее там прилетела желтая монетка, кстати. Предстоит холодильник. Понимаю. А ты где Бузова? Хрена, хер разброс-то получился. А, ну ладно. На чем ты едешь? Сколько ты едешь на BMW старенькой? 200 на трех колесах. Ты мне колесо пробил сразу. 300 на трех колесах. Чего? Ну не 300, 200. Что-то я перегнул немножко. Охереть, она нихера она. Вот это откровенница. 243, прикинь. Правда, с поворотами прям габелла. Ну я не знаю. Но я не уверен, конечно, что я уеду. Ну. У меня байк так не едет. Нет, то, что байки короче, столько не едут, я знаю. Но проблема катаю, не в этом. Ну, я как бы просто стою на месте. Ты-то я да. Я спою тебе для желтой монетки. Хочешь? О. Хочешь? Не хочешь? Нет, не хочу. Хочешь? Совсем не хочу. Короче, ребята, я не знаю, отстал я или нет, но с такой машиной, мне кажется, я далеко не уеду. Ну, камон, это куда? Развитие? 240 скорость, в смысле, такая машина плохая, что ли? Какая? Как бы, камон, понимаю. Короче, думаю, мало что половин. Вот здесь я буду спрятаться. Слушай, ты давай без своих вот этих половинок. Да ехали, кусок ты. Ладно, ребята, здесь будет первая нычка. Там посмотрим, разберемся потом. Продолжаем, ребята, в общем-то. Ну, окей, я до сих пор не уверен, что я смог удрать на такой машине. Да, она быстрая, но камон, она в поворотах прям никакая была. Поэтому нужно будет что-то придумать. Дерзкая, резкая, красивая. Чтобы всем понравилось. Да, ребята? Да, ребята. Как думаете, вам понравится? Или нет? Не думаю. Я думаю, да. О, вот эти противоречия мне уже нравятся. Одному из них понравится, второму нравится. Хорошо, хорошо, хорошо. Ого, чтор. Прикольная тема. Так, где копы? Копы. Копы, не любят тебя, потому что ты Юрка. Не-не-не, что это за дискриминация по имени? Такой Юрка. Здесь не по имени, здесь по состоянию жизни человека. Мы же не сказали, что ты Урка, мы сказали Юрка. Ну ладно, хоть не Срыч. Срыч! Что-то новенькое. Срыч, Фрыч. Что только не было. Так, а что будем делать? Что будем делать, ребята? Я даже не знаю. Ну что-то надо делать. Ты открываешь мир других мужчин, Юрка. У нас скрытая фанатка. Там фанатка. Скрытая фонтанка. Гонки. Катагонки у меня здесь. Катагонки? Я ставлю на серого, а ты... А я ставлю на то, чтобы ты поехал отсюда нахрен. Где? Телевизор. А. Какой, мать твой, телевизор? Да вы серьезно, у меня даже BMW не едет, да what the fuck? Ну ты не думал. Давай! Топи! Ну это, кстати, неплохая А8. Ну что-то мне этот байк уже начинает напрягать. Да ты серьезно? Сколько Акума едет? 200. Я лечу 280. Но я отстаю уже, я и не вижу тебя. А ты в смысле едешь 300? Ты че? А ты меня пропал, понимаешь? А вон ты! В смысле, нихера себе, ты ехал со мной, ты меня догонял! Я вообще-то ты меня телепортировался. Ну да! Чё? Сейчас БРС-ка 300 ехала, ага. Ну он опять, ты видишь у него? Да, он стоит. А, он здесь реально стоит. Сейчас я врезал, ну камон, РС-ка 300 едет, вы чё? Ну это С-ка, а не РС-ка. Какая нахер разница, они не ездят столько. РСК едет 300, посмотри видосы даже в реале. Так, убрался. Маман! Ту-ду-ду! Да-да-да. Именно так все и было. Тоже здесь стоит? Да. А, ну все. Собака, не машина, просто. Кусок говна.
Доехали ты. При такой обстановке нужно... Понимаю. Я не знал, он стоял на месте у меня долго. Я не знаю, что произошло. Итак, ребят, продолжаем. В общем-то, третий заезд. Копы что-то вообще охренели, стреляют по-стоячему. Ну, такое себе. На самом деле, с этим что-то надо делать, как-то фиксить, потому что, ну, камон. Так, а мне интересно, Димка в прошлый раз стоял тупо на парковке. Где он сейчас? Что-то... Я просто на смс отвечал. Так-то я катаюсь. Угу. Так-то, Дима, у нас сегодня есть очень важная миссия. Да, стоять надо на парковке, как я понял. Ага. Ну непонятно. А сколько пока... из машин было? Здесь одна, а где вторая, кстати? Где там? А, все. Ага. Понимаю, 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 что нужно что-то делать красиво. Что было? О, он отозвался, он отозвался. Он где-то рядом. Че машина взрывается кругом? Машина взрывается? Че? Где-то рядом, слышишь? Все, понял, а еду. Ты? А где ты? А где он? Кираси, реакция у него, конечно. Маленький, летает. А ты где? Реально, выходи. Вы что, охерели? Еще и... Где? Они мало того, что взрывают меня стоячим, так они еще и минируют все подряд. Вы что, вы вообще больные, что ли? А как тачки только гоняют? Это не мы. Да в смысле? Я? Понимаю. Вот это жесть. Нет, вообще. Нет. Нереальная жесть, ребятушки, что вы понимали. Так, ладно, погнали. Погнали делать все красиво, погнали делать все четко. Четкий и красивый. И здесь кто? А может не я, а может я. Открываешь мир других мужчин. Бедный Димка. Часто открываешь мир других мужчин. Что с ним сделали? С тобой сниматься стал, вот и... Че ты орешь? Хера мужики прибежали. Давайте тушите бартаны, тушите. Особенно пукан того вот, который забрался наверх. И думал, что прибежав около меня, я его не спалю. Да вы задрали, вы как будто были по наводке, приезжайте и кружитесь там, где я нахожусь постоянно. What the fuck. В смысле, две стоянки чекают, Дима. Димон катался, во второй парковке херак встал, остановился, стоял, ждал. Я такой, чё, думаю, окей. What the fuck, как это работает? Это когда было? Вот недавно. На этом, когда катагонки были у нас. Ну я на сообщение тогда отвечал. Понимаю, ну это вообще жесть. А, ну это кусок говна не едет еще, если учесть, что у них там РС-ка по 300 едет. Так. Это С-ка. Диман, догоняй давай, у меня Акума столько не едет. Ага. Это не Акума, тем более, кстати, это не Акума. А что это? А, Диман! А, что, он исчез, он... Твою-то меч. Так, машину не взрывать больше. Невидимую. Ну если сейчас увидим тебя, то ладно. Нет, не ладно. Вообще нельзя этого делать. О, прям выехал на меня с моей задницы. А я сзади был. Ты выехал между нами. Ты как это? А, F2 прожал. Ну да. Ну да. Чтоб встать. Самое интересное, что ты меня врезался, уехал дальше, когда ты должен был там разложиться просто, как не знаю кто, на байке своем. Где? Обо что я не врезался? Ты в меня, кстати, дури врезался, и получается меня на крыше перевернул. Понимаю. Я тебе врезался? Да! Ты в меня врезался? Ты, чё у меня машина так на крыше была? Ты меня снес. Прикол. И дальше уехал. На я байке. Думаю, только что. Да. Обычно как бы байк врезается, чувак улетает. Так, не есть только. Трафик как бы. Понимаю. Понимаю. По-другому, видать, сегодня не получится, да? Я врезался. Димонку. Как там? Как там было-то, блин, уже не помню. Кто? Гомункул? В одной серии, как там Димон... Блин, не помню, хоть умеете, но было прикольно. А что ты сделал своими губами вот это? Я вспоминал тебя. Я нашел подходящее кое-что. Прямо. Я просто как бы, ну... Я слушал, но у меня вопрос такой возник. Не важно. Не важно, абсолютно не важно. Так, ладно. А, чё, все хорошо, что ли? Да не верится мне. Вот серьезно не верится. За тобой, да. Я слежу за тобой. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, я знаю, где ты находишься сейчас в данный момент. Понимаешь? Диман, взрывай. Ну ладно. Он такой сейчас... Ну нахер, вы чё? Ну нахер. Сейчас было бы на самом деле реально максимально бы тупо, если бы тачка взорвалась, вот серьезно. Вместе с моей жопой, наверное. Так, окей, ребята. Давайте тогда, наверное...
Давайте тогда вот прямо вот здесь мы и остановимся. Давай. Это хорошее место. Так, ребята, короче, окей, действуем. Следующий заезд, на самом деле... Я не знаю, что из этого всего получится, потому что копы, ну, слишком сильно лютуют. Прям вообще, мама, не горюй. Вот прям офигенски. Так, что у вас происходит? Они мне там обещали этот... Веселое времяпровождение. Кругу друзей. Нет, в кругу друзей вряд ли. А, то есть не друзей, но в кругу, да? Да. Как говорится, по кругу можно, а друзьями можно без друзей. Ну хер поспоришь. Абсолютно с вами солидарен, товарищ, хрен поспоришь. Главное не забывать, что вы не родственники, а то было бы такое. Так, ты живи, ты чё? Я стараюсь. Может, у тебя там фантазия заиграла какая-то. Короче, ребят, чтобы вы понимали, у меня осталось всего лишь 2 минутки. Party for everybody dance. Come on and dance. Понимаю. Я знаю, где он. Чё там? А почему? А он охерел с моей херни. А почему аквариум? А рыбки есть? Не, ну камон, вы серьезно? Аквариум. Понимаю. А чё у меня дома пропадают? Чё происходит здесь? Дороги пропадают. Чё? Тебе как? Нормально? Нет. Прям совсем нет. Эй, тебе спрашивалось что? Максимальный бред какой-то происходит. А у меня тоже сейчас пропадают. А. Понимаю. Понимаю, что ничего не понимаю. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. А вы что, спавнили какие-то тачки дополнительно, что ли? Нет. Возможно. А, ну такое. Диман ездит на гоночном болиде. Нет. Че ты ржешь, как нормально? Что происходит? Не знаю. Мой ган больше. Твой. Чё там? Кого что больше? Посмотри размеры моего гана. Я вообще не понимаю, что у него происходит там. Короче, все началось с того, что я с аквариума за ним еду, а сейчас на светофоре он мне показал свой пистолет. Я думаю, ну на, посмотри на мой. В смысле пистолет? Ну или... Я думал, фак показал, понимаю. Я же стою и говорю, мой ган больше. Итак, ребята, окей, продолжаем. Последний заезд, времени нету вообще размышлять. Короче, надо просто действовать. Ванек, то он точно не сунется. А, смотри свою, я свою. Ну, я на телеке, ты там. На телеке? И все. Димка на телеке, все слышали? Так. Потому что минус одна парковка и как бы... А, вообще? Говоря. Ну да. А почему? Ну, понял. Аквариум. А он, кстати, неплохо ездит. Кстати, да, он же для неплохо этого ездит. Есть Юрка. Да. В любой непонятной эта ситуация угоняет тачку. Ну, что-нибудь будет происходить? Что так скучно? Где? Раз, машина. Где мой аквариум? Я понял вас, ребята, где мой аквариум? У меня других вариантов нету. Так, хорошо. Я посмотрю туда, Ваня. Давай. Понимаю. Так, ладно. Валера, я уже еду к тебе. Он на месте. Не, ну это Андреал. Ванек, он это, он специально сейчас будет заговаривать. Сиди на парковке. Понимаю. Блин, так это крутая тачка вообще, просто вах. У нее так текстурки беспонтовые. Понял, ты где, выходи, пёс. Они пиксельные. Прям буквально пиксельные. Чё, где их? Ну, откуда ты знаешь, на какой я машине? Ну, я в клуб прихожу, там, анонимных этих спонсоров. Бахама-мама? А, ну, может, мама. Может, не мама. Бахама-мама? Не знаю. Вот насчет этого не уверен. Ванек, у тебя там что? У меня вроде пусто. У меня ничего вообще. Понимаю. Все понимаю. Не, ну это нереально. Они, короче, просто стоят, да. Стоят, ждут. Поэтому, камон. Что еще делать-то остается? Лютовать? Если только лютовать, тогда ладно. Тогда только так. Что у вас происходит? Подожди. Я не понял.
Что такое? А, аквариум угнали, кстати. Я же говорю, других вариантов нету. Нужно, нужно быть дураком, и я дурак, которого угнал аквариум. Все. Мне достаточно, мне хватит, все. Ладно, я патрулирую, он вроде как не выезжал за пределы. И скажешь, что он не уехал куда? Да. Ну, не знаю, не знаю, за пределы уехал, не уехал. Время, ребята, мое подошло к концу. В общем-то, камон, чё копы? Есть подозрения? Нет? Какая-то информация. Ванёк, прыгай на нас. Чё там у тебя? На вас? Привет, дядя! А, ты внутри сидел? В смысле? Надо быть дебилом, чтобы угнать аквариум. А кто стрелял? В смысле? Ты же стрелял! Я не стрелял. Ты стрелял! Я когда угонял тачку, стрелял как раз в парковке. Ребята, тайм-код, были выстрелы прям с оружия. Я видел, знаешь, что? Какая-то... Ну, когда я тачнул тачку туда, получается, ты когда проехал, там было какое-то давление. Ну, я не понял, что это было. Я тупо сидел в Ауди, я не стрелял. Нормально. Ванёк точно не стрелял, Ванёк просто так катался. Не понимаю, ну я стрелял. Не, я стрелял, когда... Ну, только когда-то... Вот когда сказал, типа, то, что... Там, типа, ну, текстуры багованные, я начал стрелять просто вокруг, везде. Типа, где-то понимаю. Есть. Понимаю. Ну не, я оттуда уже уехал давно, поэтому, ну, там два круга вокруг тебя сделал, ты стоял там, текстурки беспонтовые. Блин, ну это странно, подозрительно, я реально думал, что ты на соседней парковке стреляешь, и как бы окей. Так, а что по поводу первой парковки, вы знаете, где она? Ну, не знаю, зато я тачку не дал тебе угнать. А, слушай, блин, вроде нет. Я не помню, в этом видосе я знал, либо в другом видосе я знал, что-то я не помню. Понимаю. Короче, чтобы вы понимали, что происходит, давайте я вам объясню. Вот здесь, короче, была моя первая тачка, я видел, как Ванёк все это время за мной едет, там просто много заговаривает. Я так подумал, окей, я просто ее потом сюда вернулся и перегнал отсюда, потому что я понимал, что, камон, я слишком сильно палюсь. Ну да, значит, там вариантов не было. Да, ты, то есть, прям вот здесь где-то ехал, прям вот здесь вернул. Ну, да, на самом деле, я их недалеко, вот буквально 50 метров, просто вот сюда, за угол. Так получилось, что я на второй тачке приехал в то же самое место. Ну и камон, было бы глупо ставить туда. Но хоп, забыл, и это было прикольно, на самом деле. Ну да, забавно. Казалось бы. Что ж, друзья, вот такая серия сегодня получилась. Довольно-таки интересно, забавно, весело было. Поэтому, если вам понравилось, давайте наберем 5000 лайков. Не забывайте подписываться. Конечно же, оформляйте непосредственно колокольчик. Ставьте галочки, где нужно. Всем большое спасибо, всем пока. Пока.